Самая худшая или же самая лучшая кредитка? Какое звание заслуживает кредитная карта Халва от Совкомбанка? Какие у нее скрытые фишки и недочеты? Вы узнаете все в этом видео, а также если под этим видео вы наберете 25 лайков, я выпущу видео о том, как зарабатывать и экономить на этой кредитной карте. Присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Карта Халва существует на рынке с 2017 года и по-прежнему очень популярна. Главная ее особенность – это беспроцентная рассрочка на покупки у партнеров, и не только. Сейчас в партнерскую программу Халвы входит более 250 тысяч торговых партнеров по всей стране, и перечень магазинов постоянно обновляется. У Халвы есть и другие преимущества. Процент на остаток собственных средств по карте начисляются проценты, как по вкладу, а за покупки, оплаченные из своих денег, банк начисляет кэшбэк до 10%. Карта рассрочки – это своеобразное сочетание обычной кредитки и товарного займа. Она представляет собой банковскую карту с установленным кредитным лимитом, предназначенную для покупок у партнеров банка и в других магазинах. Халва принимается в различных местах, но наиболее выгодно использовать ее у партнеров программы, их более 250 тысяч по всей России. От гипермаркетов до заправок. Полный список доступен на сайте карты. Кроме того, Халву можно использовать как обычную дебетовую карту, пополнив счет своими деньгами и выбрав нужный режим оплаты в личном кабинете. Акция Халвы на рефинансирование долга с другой кредитной карты действует для новых клиентов до конца марта 2024 года. При условии оформления карты до указанной даты, вы получите возможность рефинансировать долг на 24 месяца под 0% годовых. При общей сумме рефинансирования до 300 тысяч рублей. Для участия в акции необходимо получить карту до 31 марта 2024 года, погасить задолженность по другой кредитной карте в день получения новой карты. Также требуется совершать не менее 5 покупок ежемесячно от 10 тысяч рублей для большинства карт и от 5 тысяч рублей для социальных карт. Своевременно вносить стандартные платежи по рассрочке и предоставить документы, подтверждающие погашение долга в другом банке. В течение 45 дней с момента рефинансирования. Срок рассрочки в каждом магазине устанавливается индивидуально, обычно это 3 месяца, но может быть и 1 месяц, а иногда даже до 2 лет. Вы можете использовать Халву для оплаты покупок не только у партнеров банка, но и в любых других магазинах. Если расплачиваетесь своими средствами, это бесплатно, если используете кредитный лимит, взимается комиссия 290 рублей плюс 2,9% от суммы покупки в месяц. Рассрочка для покупок в непартнерской сети предоставляется на 2 месяца, но при подписке Халва десятка. С опцией «Все и везде» такие покупки можно оплачивать бесплатно в рассрочку на 3 месяца. Получайте кэшбэк при оплате карты рассрочки. 1% за оплату услуг в интернет-банке или мобильном приложении своими или кредитными средствами. Оформить карту с максимально выгодными условиями вы можете по ссылке в описании или же в комментарии под видео. За это вы получаете 10% кэшбэка в сервисе Яндекс.Гоу и рефинансирование Халвой 24 месяца. А также, если вы успеете оформить карту по ссылке в течение полчаса, вам дают в подарок опцию «Халва десятка». Ее преимуществом вы можете видеть у себя на экране, поставьте на паузу, ведь мы идем дальше. По кредитной карте также можно рассчитать доход на главной странице при оформлении. Так, например, при остатке на счете 35 тысяч рублей и ежемесячных тратах 50 тысяч рублей, ваша прибыль составит 2937 рублей. И при совершении не менее 5 покупок в месяц на общую сумму от 10 тысяч рублей, возможно получить 15% годовых. С 4 месяца обслуживания с теми же условиями 9% годовых. При выполнении условий совершения не менее 5 покупок на общую сумму от 10 тысяч рублей в месяц без подписки, процент составит 6% годовых. Если совершаете не менее одной покупки в месяц, получите 5% годовых. Если выбирать между Халвой и любой кредиткой, выгоднее, конечно, карта Совкомбанка. По кредиткам тоже есть льготный период, когда не платишь проценты, но кредитную карту с 10-месячным. А тем более двухлетним грейс-периодом нужно еще поискать. Учитывая, что никаких скрытых комиссий по Халве нет, при аккуратном погашении задолженности за рассрочку действительно ничего платить не придется. Рекомендую ли я эту карту к оформлению? Однозначно да. Ссылку на нее вы можете найти в описании или же в комментарии под видео. А на этом у меня все. Всем удачи, всем пока.